Дорогие друзья, просто запомните этот момент. Это будет легендарно. Меня зовут Саня Булкин, и я здесь только с одной целью – сообщить вам просто офигительную новость. GTA 5 RP открывает сервер специально для меня и для моих подписчиков. А это значит то, что я обещаю вам кучу сходок в игре и еще больше видосов, возможно, еще больше стримов, а также, друзья, конечно же, возможность поиграть вместе со мной. И я с радостью приглашаю вас на открытие 14-го сервера GTA 5 RP. Ну что, понеслась? Уже 18 ноября в 4 часа вечера состоится торжественное открытие моего сервера под названием Дель Пьеро. Ну знаешь, я пытался быть добрым, но сейчас скажу на полном серьезе. Ты просто-напросто не имеешь права пропустить открытие нового сервера. Залетай в мир безграничных возможностей, где судьба твоего персонажа зависит только от тебя. Коп, шериф, сотрудник FIB, бандит или мафиози? Кто ты? Какую роль хочешь опробовать на себе? Так черту, ты сможешь опробовать на себе их все и еще десяток других ролей, примкнув к одной из государственных или криминальных фракций. Заюзай на открытии промокод Булкин и получи шикарный буст в начале игры. А для тех, кто давно смотрит меня и уже варится давно в этой теме, добро пожаловать на GTA 5 RP. Вы дождались. Начните на равных, начните с нуля и добейтесь ранее невиданных высот уже 18 ноября в 16:00 по Москве. 18:11:22. Ровно в 4 часа вечера по Москве. Это твой шанс начать с нового листа или наконец начать играть в GTA 5 с игроками со всего мира. На моем сервере Дель Пьеро. Чувствуете? А я уже чувствую, как мы оторвемся на открытии, словно раньше это было под запретом. О том, как начать играть на GTA 5 RP, смотри в описании. Все, заканчиваем базар. Меньше слов, больше действий. 18 ноября ровно в 4 часа вечера на открытии 14 сервера Дель Пьеро я буду ждать именно тебя. Обнимаю каждого и до встречи на Дель Пьеро уже в эту пятницу.